Вместо душных кабинетов – лесная поляна, вместо привычных рабочих будней – спортивные приключения. В Чернянке прошел туристический слет работников бюджетной сферы. Помериться силами собрались 6 команд. Кто заслужил звание настоящего туриста, узнала Елена Голотовская. ГТО в данном случае название команды управления образования. Нормы комплекса «Готов к труду и обороне» участники соревнований уже сдали. Теперь готовы помериться силами в туристических навыках. Вообще, просто, конечно, настроение классное. Важна не только практика, но и теория. В одном из конкурсов предлагалось ответить на вопросы по географии и истории Белгородской области, в другом понадобились медицинские знания. Нужно завязать чепец на голове. Повязку, да, называется чепец. И мы с этим конкурсом справились. Ну а дальше вперед в путешествие. Отправляться в путь лучше с хорошими товарищами и делать все сообща. Вместе проще и палатку установить, и пройти на лодке по реке. Наша команда в безумном восторге. Эмоций очень много у нас. И надеемся на победу. Спасибо организаторам за то, что всех нас здесь собрали, за ту возможность, которую они нам дали посоревноваться, попробовать свои силы в разных испытаниях и конкурсах, которые, я надеюсь, что мы прошли с успехом. За море прекрасного настроения. Пока одни плавали и бегали, другие готовили обед. Получилось красиво и аппетитно. А у кого красивее и аппетитнее, тому баллы в зачет всей команде. Нам досталась такая, как говорится, в этих соревнованиях миссия, что мы ответственные за стол. Ну, пришлось бы бежать. Побежали, поплавали. Призы получили все. Кто-то отличился в плавании, кто-то в стрельбе, кто-то лучше всех ответил на теоретические вопросы. Отметили и самых активных участников в каждой команде. А победила, как водится, дружба. Елена Голотовская, Наталья Давыдова, Игорь Доценко. Новости мира Белогорья.